На конкурс дети читают стихи. Полина Рындина, 6 лет, город Белгород. Самуил Яковлевич Маршак, декабрь. В декабре все деревья в серебре нашу речку словно в сказке за ночь вымостил мороз. Обновил коньки, салазки, елку из леса принес. Елка плакала сначала от домашнего тепла. Утром плакать перестала, задышала, ожила. Чуть дрожат ее иголки, на ветвях огни зажглись, как по лесенке, по елке огоньки взмывают ввысь, блещут золотом хлопушки, серебром звезду зажег, добежавший до верхушки.